можете оставить этот вопрос не без ответа. Лист формата А4 и шариковая ручка на столе, ничего лишнего. А кто ведет момент истины, помните? Поздно. Кто помнит? Поздно. А? Не ответы о рейтинге, а Пугачева Б. Киркоров В. Академик Сахаров. Последний попал под прочерк. Создатель атома не поп идол эпохи. Кто из перечисленных тележурналистов не работает в жанре ток-шоу? А. Малахов, Б. Ханга, В. Уфимцева, Г. Соловьев. Гигантское сооружение Рима из программы 5 класса, но память отказывается работать. Акрополь, Колизей или собор Святого Петра? Есть такие вопросы, которые, ну, вызвали небольшие сложности про период перестройки и про программы того времени. Мы это проходили, но я вот что-то плохо помню. Списал со шпоры «Гуляй», до ГОСов не допущен, но кто не рискует? Рука так и тянется подсмотреть. Третий год работаем вместе. Так что я примерно представляю, какие будут ответы, и думаю, что неожиданностей у меня будет маловато. Пятикурсница Даша Лухтан только с эфира час назад читала советы по фэншуй, теперь ломает голову. Любимой темы про телевизионный грим в тестах не оказалось. Ну не всегда же, у нас всегда разное настроение, да, а программа на одна и та же, образ один и тот же. То есть нужно войти в это настроение перед этим. Социально-гуманитарные, приборостроительные и даже аэрокосмические тестирования в учебном плане каждого факультета. Знания проконтролируют москвичи. Подставить галочки или подрисовать кругляшки преподаватели ЮРГУ не смогут. Студенты вздыхают. При Сократе учиться было легче.